Вот она, сила тройных прыжков. Программу представляет воспитанница школы «Легенда» Московской академии фигурного катания Александра Бабинцева. Ну и последнее на сегодня выступление Александра Бабинцева. Произвольная программа, первый спортивный разряд у девушек, школа «Легенда». Смотрим. Ну что может быть лучше, чем завершить наши соревнования, наш длительный соревновательный день под Антонио Вивальди? Ну, видимо, так же считает и Александра Бабинцева со своим тренером Игорем Лютиковым, потому что именно под эту программу, прошу прощения, под эту музыку поставлена ее произвольная программа. Прекрасно исполненная, между прочим, программа, очень качественная постановка. В концовочке единственное показалось, немножко бежала за музыкой Александра, но это и не мудрено. Послушайте, какой высокий темп музыки. Очень долго ждала своего часа Александра. Выступает она последней у нас, последней из всех. Это, конечно, никому еще на пользу не шло. Хотя кому-то, конечно, и нравится выступать последними, но
Все-таки мышцы деревенеют, особенно после шестиминутки, когда ты выступаешь последним, у тебя наиболее длительный перерыв. Ты, по сути, немножечко выбиваешься из тонуса. Но, тем не менее, Александра сумела сохранить, если не целиком весь свой запал, приобретенный ранее, то хотя бы большую его часть, и поэтому прыжковые элементы практически все, кроме вот падения с тройного сальхова, который нам показали в самом начале, все остальные прыжковые элементы были сделаны очень-очень качественно, и подавляющее большинство были тройными прыжками, за исключением двойного акселя. Единожды он встретился нам в каскаде, единожды сольда и двойного тулупа. И есть ощущение, что Александра Бабинцева сейчас вклинится в борьбу за тройку призеров. 110,6 балла. Александра Бабинцева в самом конце наших соревнований вырывается на второе место. И Игорь Лютиков, тренер спортсменки, рад, безусловно, за свою воспитанницу. Вначале так легонько похлопал.